Трещины и лужи на новом асфальте. Кировчане жалуются на отремонтированный переулок Дериндяева. Эта дорога успешно прошла приемку несколько недель назад, но кировчане говорят, что ремонт здесь выполнен некачественно, и эта дорога долго не простоит. Поначалу местные жители были довольны ремонтом, который ждали 10 лет, но уже через пару недель после его окончания начали жаловаться на лужи и трещины на свежем асфальте. Дефекты стали появляться после дождей. Сегодня на место выехали дорожники и представители горадминистрации. С помощью специальной рейки проверили, насколько деформирована проезжая часть, но в итоге не нашли никаких грубых нарушений. Просвет составляет 7 миллиметров. Вот, вот здесь это сама... 4 миллиметра. Угу. Допуски до 10 миллиметров. По всем показателям качество асфальта в нормативе. В связи с жаркой погодой груженный транспорт, может быть, мусоровозы, там, самосвалы, при статической нагрузке, то есть они стояли где-то, останавливались, и в жаркую погоду, то есть такое может происходить. Дорожники говорят, что новый асфальт на переулке Дериндяева тоже успешно прошел все экспертизы качества. После сегодняшней проверки дорожники сделали вывод, что эта дорога в порядке, а если здесь и будут появляться ямы, то подрядчики будут устранять их по гарантии. Судя по всему, это может произойти уже после первой зимы.